Полтора месяца самоизоляции для многих стало большим испытанием. Сейчас в Коми разрешено заниматься спортом и прогуливаться на свежем воздухе, но только парами. Хотя побольше компаний, конечно, встречаются. Как и люди старше 65, для них домашний режим пока продолжается. А некоторые забывают очень важное условие. Маска и перчатки сейчас обязательны во всех общественных местах. Это уже не рекомендация. Нет, не устал. Это нужное вообще мероприятие, или, как сказать, решение, что ли, нашего правительства, правильно? Потому что есть определенное количество людей, которые подвержены вот этому именно вирусу. Погулять на свежем воздухе, никого не трогая, ничего, здесь народу немного, все очень хорошо. То есть это я просто счастлив, что наконец это уже засиделись. Катаюсь так, сам один, то есть на площадках не занимаюсь, так что дома тоже не особо сидится. Почему без маски? Она есть маска. Есть у всех в кармане почему-то. А на улице разве нужна маска? А в общественных местах нужна сейчас, да. Масочный режим введен у нас обязательный. Есть в сумке. Есть, но не носите. Ношу, не боитесь? Когда не читаю. Послабления не означают, что опасность миновала и можно полностью расслабиться. Гулять на детских и спортивных площадках по-прежнему запрещено. Но вот мы видим, дети и родители гуляют. То ли не знают, то ли игнорируют правила безопасности. Деток дома удержать, сами знаете, тяжело. Вот, им хочется гулять уже, и на улице тепло. И на площадку поэтому и не заходим никогда. Хоть и плачет, но вот в колясочку 15 минут домой. Все, ручки помыли обязательно. Долго сидеть дома ребенок без общения уже не может. Поэтому именно не хватает общения. Хочешь с друзьями, подругами встретиться? Да. А в садик хочешь? А на этой площадке пусто, и это правильно. Спортивные объекты пока закрыты. Иногда кто-то пытается позаниматься, но стражи порядка напоминают правила безопасности. Запрещено на детских площадках, на зарядке 21 мая. Потому что люди скапливаются, смотрят, все хотят посидеть. Погода почти летняя, так и манит пройтись по уже позеленевшим улицам. И судя по индексу самоизоляции, дома сегодня почти никто не остался. Если в начале режима шкала колебалась на отметке 4, то сегодня это 2,2. На улицах много людей. Нам советуют оставаться дома. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал «Юрган», Сыктывкар.